Бишкек является политическим, экономическим, культурным, образовательным центром и главным транспортным узлом Кыргызстана. Столица преображается с каждым годом, строятся новые здания и жилые дома. Город расширяется, экономика поднимается. Большое количество мигрантов и населения в сфере обслуживания является одним из основных факторов формирования городского масштаба. И в свою очередь инфраструктура должна соответствовать хотя бы минимальным потребностям населения. Горожане должны быть обеспечены транспортной инфраструктурой для реализации торговой, туристической и другой деятельности. Всего 10 лет назад, в 2012 году, общая протяженность дорог в Бишкеке составляла 1374 километра. При этом на 600 километров асфальт был уже полуразрушен. Дороги были огромной проблемой для всех. На помощь пришел Китай. В рамках глобальной инициативы «Один пояс и один путь», которую китайский лидер Си Цзиньпин выдвинул в 2013 году, и как пример добрососедских отношений правительство этой страны профинансировало ряд муниципальных проектов по строительству дорог за счет грантовых средств. Проект «Реконструкция и реабилитация автомобильных дорог города Бишкек». Проект развития улично-дорожной сети города Бишкек «Первая фаза». Проект восстановления дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек. Проект развития улично-дорожной сети города Бишкек «Вторая фаза». Если посмотреть на карту Бишкека, то можно заметить, что по китайскому гранту были отремонтированы дороги практически по всей территории города. В целом, таких объемов дорожного строительства в Бишкеке в течение короткого времени не было с момента обретения независимости. С 2015 года Бишкек обновил 135 улиц, а это 212 километров дорог и 12 мостов. Это около 1 миллиарда юаней. В долларах эта сумма составила 148 миллионов. Благодаря совместному строительству «Один пояс, один путь» между Китаем и Кыргызстаном уже добилось очень много хороших результатов. Реконструкция дорог в Бишкеке. И этот проект сделает Бишкек самым лучшим городом по дорожному состоянию среди стран СНГ. Благодаря всеми усилиями транспортная инфраструктура столицы Кыргызстана будет наилучше улучшена. Бишкекчане будут наслаждаться современной транспортной инфраструктурой. Жолубуз Худайга шүгүр, мына жакшылап салып берип атышат. Ошо Кытай эли салып аткан экен. Ошол Кытай элине мен абдан чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Ага чейин биздин акыбал өтө оор болчу. Буттарыбыз баткак болуп, эми болсо, мынтип жакшынакай кылып асфальт кылып беришти. Биз ошого сыймыктанып атабыз. Приятно передвигаться по таким дорогам, особенно на городских автомобилях, даже не говоря на маршрутках ездить приятнее, правда, чем ездить по ямам, по кочкам, трясясь. Хотелось бы еще побольше таких дорог по всему Бишкеку. Отбор улиц шел не только по принципу «плохая дорога, надо отремонтировать». Учитывалось расположение важных социальных объектов. Это школа номер 79. Она расположена на окраине Бишкека в жилмассиве Арча-Бешик. Асфальтированных дорог вокруг школы не было почти 30 лет. Тесно связаны с городскими дорогами и трафиком медицинские службы, в частности, скорая помощь. Жизни пациентов напрямую зависят от их передвижения по улицам. Сами по себе разбитые дороги непосредственно влияют на скорость передвижения. Естественно, это накладывает большой отпечаток на нашу оперативность. Дорога в 4-ю горбольницу – это такой очень яркий пример, потому что раньше, там, несколько лет назад, была, в принципе, только одна дорога туда, это улица Гагарина, и она была в ужасном состоянии. То есть сейчас есть еще и подъездные пути, можно заехать с другой стороны, и по Гагарин тоже, эти дороги уже, ну, гораздо лучше. Проект развития улично-дорожной сети позволил Бишкеку проложить несколько улиц с нуля, в местах, где дорог и мостов не было. Новые дороги, словно артерии, теперь пронизывают город с севера на юг, с востока на запад, соединяя районы по более короткому и удобному маршруту. Это улица Льва Толстого. Всего 3 года назад улица была ограничена участком от 7 апреля до Садыгалиева, всего 8 километров. Китай помог удлинить ее на 4,5 километра в восточной части и на 1 километр 200 метров на западе. Теперь центральную часть города удалось разгрузить от пробок, так как она соединяет запад и восток от улицы Ауэзова и Садыгалиева. Чтобы пробить дорогу через восточную промзону, проектировщикам пришлось работать над проектом самого большого моста в Бишкеке. 200-метровый эстакадный мост был построен через железную дорогу. Это уникальное сооружение стало символом обновления дорожной инфраструктуры Бишкека. В рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети строится юго-западная трасса, которая соединит южные микрорайоны и жилмассивы в западной части города. Благодаря второй фазе мы пробиваем южную магистраль, тоже мы его продолжаем, и заканчивается уже улица, соединяется Алыкулова. Там получается 3 улицы соединения, это южная магистраль, то есть Жаил-Батыра, Алыкулова и Селекция, что позволяет горожанам и гостям города Бишкек, приезжая с западной части города, не надо заезжать в центр города, а сразу попасть через улицу Алыкулова и южную магистраль в южную часть города. В процесс ремонта дороги вовлекаются не только дорожные строители. Закупка строительных материалов привела к развитию местных компаний по добыче сырья и выпуску цемента и железобетонных изделий. Городскими коммунальными службами под землей проложены водопровод, канализация, теплоснабжение, проведена обратная засыпка, а также перенесены препятствия, чтобы можно было расширить проезжую часть, устроить тротуары и проложить придорожную инфраструктуру. Качество и темп строительных работ – это результат совместной деятельности ряда структур. Я вас всех поздравляю сегодня приятным днем, потому что вы вокруг этого района живете. Я думаю, будет вам комфортно. В ближайшее время, в ближайшие хотя бы годы, вы, наверное, сами убедитесь в этом, что мэрия города Бишкек с районным администрацией, нашими службами делаем для того, чтобы нашим горожанам было удобно и комфортно. И большое спасибо китайской компании, Китайской Народной Республике, послу и компании за ваш труд, за наши дружеские отношения. В рамках реализуемых проектов были поэтапно открыты новые улицы там, где раньше дорог не было. Эти строительные работы по всем проектам вела одна из крупнейших компаний в мире – China Road and Bridge Corporation. Она уже давно работает в Кыргызстане и благодаря качеству работ зарекомендовала себя как ответственную и исполнительную компанию. Масштабный проект по обновлению дорог в Бишкеке – это не только сотни и тысячи рабочих мест. Совместная работа инженеров из Китая и Кыргызстана при строительстве дорог и мостов позволила кыргызской стороне, в свою очередь, получить опыт и навыки в области новых технологий и машиностроения. Проект восстановления дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек реализован с применением новой технологии асфальтирования щебеночно-мастичный асфальтобетон. Впервые в Бишкеке применили щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие. Он отличается от простого асфальтобетона составом своим, в нем больше битума, щебня и добавляются специальные стабилизаторы. У него более жесткая каркасная структура, за счет чего нагрузка передается на нижележащие слои равномерно. Основное преимущество асфальтобетона – это водонепроницаемость и морозостойкость. Она достигается путем содержания большого содержания битума и малой величиной остаточной пористости. С 2018 года мы уложили такие большие улицы, как Белинская, Алматинка, Московская, где интенсивность очень большая. Работники проводили строительные работы, несмотря на жесткие условия в период пандемии, закрытые границы, ограниченные трудовые ресурсы и карантинные меры. В условиях пандемии сложно вернуться на родину. Мы тоже скучаем по дому. Но мы верим, что наша работа того стоит. Хорошая жизнь достается усилиями, и мы полны энергии. Какую пользу получает столица от обновления дорог? Самое главное, дороги позволяют развиваться внутренней экономике. Вдоль новых дорог появляются новые жилые комплексы, коммерческая недвижимость. Новая дорога способствует привлечению инвестиций. Появляются перспективы для строительства торговых центров, супермаркетов, отелей и развлекательных заведений, что создает удобство горожанам и привлекает значительное количество туристов и гостей, представляя собой свежий глоток воздуха в экономическом развитии города. Дорожное строительство – это крупнейший экономический вклад в развитие страны.